Так, ну вот, подключил, да, микшер, входящий сигнал, да, первый канал. Сразу же вот такой фоновый шум. Сейчас без сигнала, вот он, дает такое, да. То есть это у меня не фон, а лайн включено, чтобы вы понимали, вот лайн. Лайн 2. Даем сигнал. То есть вот. Что здесь, как бы ни крути. Так, ну фоновый шум. Покажу еще, что вот здесь такой же фоновый шум, только он потише. Это уже получается output. Ну, амп с усилением, там еще больше будет фона. То есть везде есть фон. Что бы ты ни нажимал, идет фон. Ну ладно, фон это еще полбеды. Вот, сэмплер, да? Ставлю режим white. Сэмплер. Лампочка вообще не загорается, то есть я не могу ни записать. То есть если эти кнопки еще нажимаются, то эта кнопка вообще не рабочая. Но и с таким фоном как бы как записывать? Фон запишется в сэмпл, тоже другой вопрос. Вот, ну и что с этим делать, тоже мне оно как бы вообще не надо. Так что примечательно еще заметил бы, что угол мяты, это ладно. Оп. Да, ну вот эти вот перемычки зачем-то здесь неспроста, наверное, какой-то умник думал, что эти перемычки помогут. Дело не в этом. Да, там как бы без перемычек фоновый шум. Потом нет винтика. Нет винтика, да. Дальше. Так. Здесь. Где гнуто ухо, да? Смотрим. Нет винтика. Нет винтика. Нет винтика. Так, получается, на двух болтах, что ли, крышка держится. Здесь вот нет винтика, нет винтика, нет винтика. Мы вылазили, это определенно. Так, вот здесь винтик есть, винтик есть, винтика нет. Ну, как-то так. То есть вот здесь, вот где должна гореть эта лампочка, она даже не реагирует. Ну и кнопка, понятно, неровно. То есть мне тоже желания это лазить нет, потому что после кого-то, то есть его или пытались отремонтировать, или что, ну то есть вот он, звук сам по себе. Включу еще. Вот это уже с усилением подключил. Main out, да? Вот он такой гул выдает. Ну, соответственно, в наушниках. В наушниках.
наушниках. Что-то такой вот гул.